Маленький Макс борется с острым лимфобластным лейкозом. Это значит, что у него рак крови. На лечение в Италии, а именно трансплантацию костного мозга, требуется 120 тысяч евро. Таких операций в Украине не делают. В гематологическое отделение к Максу и его маме сходила наша съемочная группа. О чем мечтает маленький и очень смелый мальчик, смотрите в следующем сюжете. Максиму Курзину 4 года и 8 месяцев. Жить ему мешает ранний рецидив острого лимфобластного лейкоза. У нас вообще он такой котеночек вообще, да? Да, ты кит, ты котеночек? Да, маленький. Сейчас его готовят к четвертому блоку химии. Это 3-4 недели. Между этим и шестым блоком необходимо провести трансплантацию костного мозга. И очень срочно. Такие операции в Украине не делают. Сделать ее согласилась клиника в Италии. Сумма 120 тысяч евро. Срок 1,5 месяца. Мы провели 3 блока химиотерапии, которые в настоящий момент пока ввели его в ремиссию. Но учитывая, насколько быстро возник именно рецидив заболевания, эта ремиссия, к сожалению, может быть непродолжительной. Поэтому, что нужно, это очень быстро и качественно провести трансплантацию костного мозга. Нужно как можно быстрее собрать эти деньги, потому что это единственный шанс ребенка на жизнь. Максим заболел в 2013-м в онкогематологии. Он в буквальном смысле живет уже 2-й год. Лечились тяжело. Макс – настоящий борец. Прошел тяжелые испытания, реанимацию, затем положительный эффект. Но лишь на 3 месяца. В январе 2015-го ранний рецидив. Трансплантация обязательно. Родственного донора у мальчика нет. Даже братик Даня не подходит. Он из близнецов. 2-й мальчик, ну как бы из двойняшек. Вот. Ну, говорит, не переживайте, как бы донор есть. Но когда мы сдали анализы, все типирования, вообще не подошел никто ему. Вот индивидуальный такой ребенок, что вот у него вот с нами вот сходства нет. Из-за химии и болезни Максим плохо себя чувствует, много спит и практически не выходит из палаты. Для нас делает исключение, с удовольствием общается с друзьями и играет. Кстати, он мечтает управлять паровозом и любит готовить. А что ты готовишь? То, что он борется, это, конечно, это он молодец просто. Это ребенок так тянется к жизни. Тут просто все даже это говорят. Потому что мы после 1-го блока, я не хочу говорить плохого, но у нас с нами прощались здесь. После 1-го блока мы были в реанимации, это было. И когда он выкарабкался, все говорили, ну это просто, говорит, боец. Самое страшное то, что пересадка костного мозга стоит. Для нас просто они, ну, неподъемные. Ну, я работаю простой уборщицей. Вот. Ну вот и даже продать нечего, если честно сказать. Знаете, вот, а цена жизни ребенка – это страшные свои слова, зависит от денег. Своих двойняшек мама Наталья ждала очень долго. У Максима еще есть бабушка и тетя. Папа семье не помогает. Мальчика можно спасти. Ложиться на операцию ему нужно через 1,5 месяца. Улыбнись, Максим. Анастасия Симонова, Алексей Сорокин, 7-й канал.